Всем привет, с вами я, Витя, и это новое видео на моем канале, и это новая рубрика. Правда, я все предыдущие забросил, и это будет, как всегда, ну почти как всегда, про Майнкрафт, и я решил начать обзор модов для Minecraft Pocket Edition. Ну, я бы сказал, не совсем модов, а дончиков. И я уже зашел в Майнкрафт, но мне придется опять выйти, наверное, чтобы показать вам, как скачать этот мод. И версия у меня 1.9.0.5. Это такая уже не самая новая, но есть 1.10.0.3 и 1.10.0.4. Самые новые. Но этот аддон, я уверен, что будет работать на вот этой версии. Я уже проверял. Это будет как бы обзорчик такой. Если вы хотите, то, конечно, ставьте лайки. Если где-то берется 10-15 лайков, то я пойму, что вам это интересно. И, может, снимем еще какие-то аддончики. Так, я выйду сейчас с Майнкрафта и покажу вам, как его скачать. Я ничего не останавливал. Вот, видите, такое приложение Addons. Ну, иконку вы запомните, думаю, скачаете. Заходите в него. Так. И вам надо выбрать от названия этого мода. Я не помню точное, но я помню, что надо забыть. Вот хочется написать Order. Order. Но нам надо Ordeal. Вот он. Internal Order. Addon. Ну, здесь вы можете почитать. Вот какая версия будет. С 1.8 или выше. Надо использовать экспериментальный режим, чтобы он заработал. И вот кучу мобов, которых он добавит. Так, сейчас зайдем в Майнкрафт снова. Потому что я видел этот мод у разных как бы ютуберов там, ну, которые тоже Pocket Edition снимают. И у них ссылки какие-то непонятные. Они из каких-то там источников, более с интернета, а вот это именно с такой программы. Ну, создадим творческий, легкую, ну, начальную карту не обязательно. Экспериментальный обязательно. Вот это вот все. Ну, это по привычке. И надо зайти вот сюда. Вот он у меня. Такой аддончик. Иконочку там. Интересно, что когда вы это ставите, то сразу автоматически, кажется, ставится и вот это. Так что... Ну что... Так, еще раз проверим. Все нормально. Создадим. Так. Сейчас мир создадится. Можете там написать, что вы хотели бы видеть на этом канале. И, конечно же, хочу поздравить всех подписчиков. И вообще, очень-очень я благодарен за уже 58 подписчиков. Ждал просто 50-ку наш паутинечек, а уже 58. Спасибо всем, кто подписался, кто поставил лайк. Ну и как раз сейчас так. Время нормальным хватает, чтобы что-то снять. Снимаю я уже достаточно. Вечер такой. Правда, долговато грузится, долговато. Так, сейчас посмотрим, где мы заспавнимся. Будет жалко, если в море там. Еще все это монтировать надо. Но ничего, ничего. Кстати, пишите, с какой программы вы монтируете. Ну, если вы с телефона монтируете. Ну, с компа там много хороших программ.
Я же экспериментальный поставил. Ну, конечно, я так, честно, снимаю прям без особых сценариев и так далее. Экспериментальный режим у нас стоит. Ну, сценарий есть, что буду я чуть-чуть. Вот саван, отличный биом. Отличный биом. Логучий, логучий. Так. С вещей он особо ничего не добавляет. Ну, можно это и зубить взять, но я возьму наш меч. Так. И говорю, что весь мод поделяется на где-то 4 части. Это блоки, всякие блоки, некоторые структурки, как бы сказать, там, мебли даже. И еще есть мобы. Уже спалился, но ладно. Боссы и трофеи, что падает с боссов. Ну, видите, скрыть невозможно. Здесь кучу уже видно и так мобов. Уже вам покажу, если не хотите смотреть, проматывайте. Такой интересный моб, я даже не знал, что это. Но версия также достаточно мне нравится. Так, как вы хотите? Думаю, буду по порядку или... Ну, боссов, конечно. Вот видите, 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 проматываем, проматываем, проматываем. И это незамененные мобы. Это именно отдельные мобы. Давайте сейчас выберу все предметы, их много. Их, кстати, я скажу, очень даже... Ну, вот это... Но некоторые у меня, честно, не работают. Извиняюсь, извиняюсь. Но. Ну, тут еще есть яйца драконов. Ну, ладно, я их вам покажу. Здесь очень-очень... Я не знаю, или надо все вам показывать. Просто здесь кучу всяких. Вот, смотрите. Печку. Я ее убить не могу, но... Я уберу ее. Но, кажется, я ее могу киркой сломать. Самое странное, что... Вроде взаимодействовать я с ней не могу, но другой тоже не могу. Так что диспенсер. Ну, у него зато можно что-то положить. Или оседлать. Так. Ну, это каменный бок и сразу. Текстура, конечно, двигается, но имейте в виду, что вы можете на нее запрыгнуть и разместить что-то для какого-то особенного паркура, например. Вот такой паркур в Майнкрафте вряд ли найдется. Вот так запрыгните и будете прыгать, прыгать и так. И это не очень похоже в Майнкрафте. Блоки как бы по вот этих клеточках размещаются. А здесь может быть неровно на клеточке. Так что вот так. Кварц. От кварца я знаю, что можно помочь, но с него ничего не упадает. Это в основном, мне кажется, для карт. Вот такая версия. Ну, это драконье яйцо. Оно, кажется, если... Я ж точно не уверен больше с вами. Здесь смотрю. Вы его можете... как бы поломать яйцо. Как всегда. Ну, можете двигать эту текстурку. И если долго ждать, то... Может вырасти дракончик. Давайте мы его поставим. И может это видео наше. Вот здесь есть теперь какая-то книга. Книга заклинаний ютуберов. С нее выпадало какое-то яйцо. А я, если ломаю ее, у меня, к сожалению, выпадает эта книга. Это жалко, но для карт сойдет. Теперь ставим прожектор. Кто знает, что это, в комментариях пишите. Я даже не могу на него забрать. Но мечом убивает. Возможно, это мог. Нет, не похоже. О, сундук. Это интересно. Его можно открыть. Его можно перемещать. Но я скажу, много зря добавил разработчик этого моба. Ой, мода. Пожалуйста, если так вам не сложно, поставьте лайк, подпишитесь
и можете по желанию колокольчик поставить. Командный блок. Ну, вот дракон, это мы все потом. Вот так. Нет. Да. Да, много людей разговаривают на английском. И всем я советую, даже говорю, надо учить английский. А вот это не открывается, ну, странно. Но его я разрушить ничем не могу, как и в Майнкрафте. Ну, только в креативе. Но я здесь его и в креативе не могу разрушить. Это уголь. Прямо с него ничего. Но не думайте, здесь вот это вот. Здесь дропается с некоторых мобов вещи. Даже сундуки, как с босса. Так, вот это стульчик. Он достаточно прикольный, но, к сожалению, если мы на него сядем, то мы проваливаемся. Это очень жалко. А ну, надо проверить. Я только сейчас как бы подумал забраться. И... Да, я сижу, но уже под землей. Это все, мне кажется, неинтересно. Кстати, это все, мне кажется, можно использовать как просто блоки, чтобы никто не гриферил. Ну, как по мне, это неинтересно. Кому не интересно автоматика, кому интересно просто, я, может, что-то интересненькое скажу. Смотрите по порядку. Вообще, по логике, я уже сожалею, потому что начал очень-очень-очень, как на меня, плохо, потому что надо было все по порядку, потом запутаюсь, скорее всего. Вот это я не знаю, что. Кажется. Ну да, вот. Структурный блок, я таких даже в Майнкрафте вообще не видел. Но он, кстати, достаточно красивый. На кого с ним нельзя взаимодействовать? Т-блок, может, его можно и даже поджечь. Это было бы прикольно. Конечно же, недоработка. Ого. Интересно. Надо отойти, да. Он не показывает. Вот это круто. Не показывается, как зажжён сам Тинти. Потому что Тинти вообще не узнает. Ну и что? Это сделал. Так, это верстак. Ну, его... С ним нормально взаимодействовать. А вот построить мне интересно не получится. Да, жалко, что построить не получится. Вот это я тоже не понимаю, кстати, что я вообще... Вот это... Ну, это призмарин. Так. Очень хорошо пока. Ну, здесь блоки. Их куча. Вот, не знаю, наверное, придется несколько дней. Нет, несколько дней вряд ли, но видите, сколько всего. Сколько всего, какой масштаб. Такой, может, я знаю, вам уже скучно, но ну, с некоторыми блоками, да, можно взаимодействовать, но все это зря, потому что обычные блоки лучше. Так, но самое интересное, это, конечно же, будут боссы. Есть некоторые, которых, мне кажется, невозможно убить, но... Есть некоторые, которые, как на меня, опередили время, в котором они должны появиться, потому что...
они очень странные. Есть такой моб, например, ну, у него есть чит, я вам подскажу, но щита в этой версии нету. Что самое странное? Что самое странное? Так, такое, 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 почти уже закончили с этим. Ну, это курица. Я его покажу. Ну, странно, что это какой-то мол, вот это, вот это. И всё. Жесть. Ну, еще люди выпадали. Вот это там отлично было. А можно? Можно. Ну, это можно. Вот, вот это очень интересно. Мне интересно, вот оно спаунится, такое яблочко. Это очень даже красиво и отлично. Я, наверное, когда яблочко в дерево падает. Ну, можно просто даже рукой так замать, и будет яблочко. Это прикольно. Только баланса, конечно, нет в этом моде. Но я хочу сказать большое спасибо разработчику. Он сделал очень шикарный, пришикарный мод. С таким даже выживать можно. Это пользуется, я не знаю, но она без анимации ходит. Да. Робот. Ну, и кажется, все с нашими блоками. Это такая часть этого мода. Теперь перейдем просто к мобам. Просто к мобам. Кому нравится этот мод, конечно же, ставьте лайки. Вот этого не покажу, потому что покажу дальше. Это все моб. Монстры. Вот это монстр. Вот это яичко. Я вам показывала дракона. Вот это. Вот это. И нет, вот это нет. Ну и первый у нас, ну, Фантом Дрэгон. Это понятно, что будет что-то интересное. Мы его спауним. Я отключу вообще звук. Но, знаете, звуки здесь просто шикарные. Мы можем попробовать его завалить. Но я его пробовал убить. Говорю вам, он убивается, но, к сожалению, с него ничего не трогается. Это, кажется, агрессивный мод. И таких я встречал. Просто встречал. Так, ладно, наверное, его... Я его оставить, но... Ладно, вы видите. Отличный моб, отличный моб. Еще раз его доспавню. Прям отличный. Даже никакой, прям дракон. Я не знаю, стоит ли в выживание входить. Я просто вам покажу. В выживании, я думаю, этот крипер будет вас или ТНТ бросаться, или поджигать. У нас какой-то жучок. Таких еще достаточно много. Этот должен дропать лазуритные блоки, кажется. Живучий очень, кстати. О, и такой хороший дроп. Так. Вот это гигант. Гигант. Ну, гигантский зомби. Таких и в обычном мане можно брать. Долго я буду его бить, но опытом, но и плоть выйти. Он его был водяной фантом. Ну, он какой-то такой прям бедненький ползет. Кстати, карта быстро умирает. Чего с него дропает? Он нормально, нормально. Что за фантом? Вот этот быстрый, но он горит, горит. А дракон не горит. Еще смотрите на эту анимацию. Какая у дракона анимация. Это просто отлично. Я вам показал, как скачать этот мод. Вы его можете скачать. Работает, работает. Вы все видите. Ой, фантом. И теперь скелетон-помощник, но... Я вот не понимаю, почему этот скелетон-помощник. Вы сами можете проверить, зайти в выживание. Я сейчас
Не буду, наверное. Давайте просто ночь поставлю. Время. Ладно, полночь, полночь. Нет, там ничего не лежит. Погода, время, день. Если вам интересно что-то именно это, может быть долго. Это обзор. Обзор. А мод большой. Можно было бы вам только сейчас показать и дать ссылку, но я делаю обзоры. Так. Сундук. Командный бок. Светлый дракон. Жаба. Вот это не надо. Я вам все покажу. Вот это я их встречал. Вот это надо. Ну, фантом, яйцо фантома, я нормально. Золото. По тебе. Вот этот. Угу. Так. Светлый дракон. Ну, без комментариев. Ну, просто три идет. Он такой няшка, няшка. Не знаю, пробовать его победить или нет. Ну, мы, конечно, можем брать эту всю кирку. Взять нашу наковальню. Острота нам надо. Острота. Нам на пятую остроту. Они достаточно быстро уходят с этим зачарованием. Так. Давайте его попробуем убить. Вот, прикиньте. Хотел бы сказать сложно, но вы видите, какой у меня меч. И какой может быть опасный этот дракон. Вот этого моба мы уже видели. Это маленькая лягушечка. Я не знаю, она, наверное, не будет вас трогать вообще. Вон она, ползет такая. А вот, ну, покажу вам. Вот видите. Думаю, это просто, чтобы разнообразить наш мир Майнкрафт. Мне этот моб нравится. Ну, смотрите. Долговато. Ну, ладно. Это обзор. Каменный слизень. Ну, единственное, что мне нравится в этом слизне, что когда вы его убиваете, то с него не вылазит еще слизень. Вот это такой скелет. Очень похож на... Забываю, бродяга, бродяга, да. С него выпадает ничего. Яйцо фантома. Его, наверное, тоже может... Странно, у нас еще это яйцо не вылупилось. Вот еще жаб. Ну... Слаймовый паук. Ну, это странно, но... Видите, дроп свой. Дружелюбный фантом. Он, не, кажется, не должен вас бить. Что-то он какой-то ползучий. У него еще какая-то анимация своя. Где? Так. Переходим к новой партии моба. Вот этот крипер. Вот это крутой крипер. Скоро. Угу. Вот этого я боюсь, честно, спаунить. Вот этот. Призмарин. Вот здесь такие уже пойдут. Редстоун. А, редстоун я вам не показал.
Ну, что здесь показывать? Это все средства нам понятно. Видите, мы уже так много посмотрели. Вот этот крипер. Я не знаю, где его встретить, но если вы будете играть с этим модом, то вот посмотрите. Модель хорошая, да? Если вы его убьете, зайдите, что он будет. Просто это, кстати, разный лут. Добыча 2. И смотрите, еще какой. Вот какой. Вот еще какие-то ресурсы. Это просто отличный крипер. Просто. Ну, я думаю, никто не будет против такое получить. Но это логично, потому что... А, я подумаю, это уже какой-то моб спавнит. Потому что этот баланс приходит с такими тяжелыми мобами. Вот этого я не знаю. Ну, похоже на первого, но кажется, это чуть-чуть другая текстура. Визер помощник. Какой крутой, такие модели у них копье какое-то. Он, кажется, не должен с вами драться, но, конечно же, если вы его ударите, он будет с вами сражаться. Пингвинчик. Ну, пингвинчик отличный. Конечно, его не хочется валить, но я же покажу, что он убиваем. И с него ничего не падает. Ну, вот это вот такие жучки, с него должен выпустить, но может не выпустить. Это железный вот такой, тоже тараканчик. Вот с него железо выпадает. Вот это просто какая-то голова. Ну, если вы будете вниз бить, у него просто ходу скрытые. Вот это я не помню. Призрачный, видно, что у него. Но, мне кажется, он... А, понятно. Вы не можете пробить, но в конце концов он взорвется сам. Вот это уже тяжело. Ну ладно. Эти яйца все можно скинуть. Небольшая остановка. Так, да, вот этот. Ох, сколько тут посох. Вот это. Нет, извините. Но я вам это не показал. Так, выживший скелет. Ну, то мне это выглядит очень хорошо. Уже с него есть такой никакой дроп. Адский фантом. Ну, я думаю, не знаю, надо ли его валить. Все фантомы одинаковые. Это скелет один новый. С него выпадает где-то то же самое, что и скелета. Черный дракон. Темный дракон. Ну, я его быстро сейчас убил. А фантом NPC. Так. На него можно что-то положить. Ну, я не думаю, конечно, что он будет блоки добывать, или... Так.
А, это уже приручный дракон. Ты его можешь и побить, и открыть. Блинчики. Они живучие, даже маленькие. Ну, это сундук с дропом. С него, конечно, сейчас ничего не будет. Но они странно. С него что-то выпадает. Мне странно, ничего не выпадало. Добыча. Вот это нож. Вот это неплохо. Таких наставим 3, что с них выпадет. Открыть меч. Открыть меч. Меч. Ну, на этом спасибо. Ух ты, а здесь зачар разный. Ну, такие в мире, это тоже неплохо. И водяной дракон. Он, кажется, мирный. Очень огромный. Кстати, я его должен быстренько победить. Или нет? Жизни у него много. Так. Это уже где-то конец. Так, последняя партия. Ну, это я еще раз покажу. Так. Ёжик. Ну, он сделан как чешуйница, и думаю, он должен быть дружелюбным. Он умрет, конечно, сразу, но... Красивенький, красивенький. У него еще голова так поворачивается. Было бы круто, если бы он не нападал. Ну, курицу мы видели эту. Так. Ну, это какой-то чувачок. Он будет на вас нападать. Я не знаю, может, ему можно скин поставить. Ну, так. Ну, это как бы такой... Он на кого-то, кстати, идет. Ну, он что-то раскрылся. А ты такой снежный, как был. Ну, фриз, это холод, мороз. Заморозка, как бы. И последний, это у нас железный какой-то... А, да-да. Да-да, мне кажется, есть мечами могут исполниться. Как же так? Неужели они только с луком? Не, не может попробовать. Так, не самое. Ну, это прикольные такие чувачки. Мне не нравятся. Это как бы мини-голем, я бы сказал. И теперь переходим. Честно, я особых мобов выделил по одному. Вот если посмотреть просто на мобов, то у некоторых есть вот такие синие-синие имена. Вот так. Ну, золотой нет. Вот этот. Так. Ну, это нет. Это в самом конце. Ну. Да, дальше их что-то пока что нет. Но, я думаю, они должны быть. Может, я что-то пропустил. Пишите, на какой минуте. Так. Вот это вот они. Так. Так.
Так, так, так. Я их насчитал, да? Я не ошибаюсь. Это такой, кажется, подводный чувачок. Надеюсь, я не ошибаюсь. Да, не ошибся. Как мы видим, он, кажется, из эндер камня. Имеет на себе элитры. Какой-то меч или копье, или это рука, я не знаю. Что самое странное, можно понаблюдать, вот я сейчас воду верну. Бьем его. И можем пробить. Как он ставит щит? В этой версии щита еще нет. Не знаю, но так просто ты его не пробьешь. Вот этот дракон очень большой, колоссально огромный. Я его не смог. Много я его бил. Много я его дамажил, не смог бить. Ну, как видим. Ну, это, кажется, еще плавает. Он убиваемый. Так. Это какие-то некроманты или какие-то культисты, не знаю, но они не слишком прям живучие, как те вот мобы. Не, хотя достаточно живучие. Если еще убью. Кто этот? Да. Что? О, видим, видим. Открыть. Опа. Что она выпала? Трофей и такое. Вот это вот. Неубиваемый. Я не знаю. Я пробовал его в выживании. Но кажется, там надо его какие-то особенки ломать, я не знаю, какие-то штучки, которые его защиту разобьют. Но я думаю, он убиваемый. Но проработать он очень тяжело. Если посмотреть, буду благодарен, если скажут, как его. Вот это такой же из призмарина, и внутри, кажется, нет сердца Марии, если не ошибаюсь. Нет сердца Марии. Вот если бы у нас был, мы могли бы с ним драться. Но версия щита, может дальше этот мод будет обновляться новые версии. Но все по хардкору. И наконец экзе. Или как же так? Теперь он такой вообще сильный. По сути, вот это такие самые-самые опасные и сильные монстры. Еще этот голем по дракону стреляет. Только что-то попасть не может. Ну, правда, почти все. Осталось еще совсем капельку. Теперь показываю вот эти штуки. Может, я какого-то босса упустил. Ну вот, да, я одного упустил, еще одного такого чувачка. Он такой тоже. Скелетик. Или же, я не знаю, не судите строго, но я максимально подробно вам все это обозревал. И трофеи главных боссов. Вот первый. Очень классный. Подвинуть его, кстати, тоже можно. Ну, он что-то говорит, но... Следующий атакует. Вот такой. Вот такой. Мне кажется, это просто превосходный мод. И это все можно найти в выживании. Просто найти в выживании. Если вы можете там полетать в креативе, вы можете найти таких мобов из этого мода, можно сейчас продеться. Но они, конечно, не вечно, всегда спавнятся. Хотя это очень странно. Какой-нибудь ничего, ну ладно, ладно, ладно.
Но я думаю, вы должны найти вот этих мобов, если будете ходить. Я их встречал, даже дракончика. Фантома находил. У меня как раз подлагивает. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Всем пока.